Наверное, не нужно. Вот должен быть красивый курс, который будет сложным, глубоким. Я таких не знаю. Да, проходят какие-то отдельные мастер-классы, что-то. Но вот где ты можешь вот так погрузиться во все это, я ничего подобного, ну, не слышала, не видела, не знаю. И должен быть в России хороший курс по ТСУ на русском языке от Насти Пенитовской. Мне очень нравится логичность, структурированность в подходе. То есть разные люди, в зависимости, видимо, от типажа, им нужна разная информация, подача разная. То есть некоторые любят структуру, логику, некоторые любят там через эмоции. Но мне кажется, все равно... То есть вот этот путь, он самый такой, ну, правильный, что ли, для меня.